ГИБДД Балашихи 13 марта проверит водителей на соблюдение правил перевозки детей. С 13 часов до 15 часов в городе будут проводить профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». Напоминаем, перевозить детей от 7 до 11 лет в машине необходимо с использованием детских удерживающих систем. Они должны соответствовать весу и росту ребенка. Напоминаем, сумма штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3000 рублей.